Друзья, всем привет! Продолжим сборку нашего двигателя B2 от 34-ки. Вот, кстати, он стоит. То, что собрал в предыдущих частях. Тут у нас в основном 4 комплекта деталей с новой отверточкой. Номеров тут не было в бумажном виде. Все только комплекты деталей и электронная версия журнала. В этом выпуске мы соберем фрикционы, ну, часть фрикционов, и, видимо, поставим трубки левого-правого воздухоочистителя, ну и еще какая-то деталь. Это у нас нижняя половина картера коробки передач. Так что поехали, распакуем и начнем сборку. Я открыл два номера, потому что эти трубки просто надо собрать воедино, так сказать, и уже потом они понадобятся для установки именно на вот эту выхлопную и очистительную систему. То есть тут все завязано. Начнем с подсборок, что вот эту, что вот эту. Вначале соберем все, а уже потом установим на наш двигатель. Сборка тут простая, трубки надо просто соединить и закрутить двумя винтами. Больше ничего тут не надо делать. Так, трубки мы собрали, они подписаны внутри левое и правое. И перейдем уже к сборке выхлопной системы, точнее очистительной системы. Вначале также соберем воедино вот эти две детальки. Аналогично, как и с трубами, закрутить на два винта. Подсборка у нас готова, и вот мы взяли левый и правый воздухоочиститель, и вот этот патрубок надо теперь установить. Тут есть паз под отверстие, и закрутить это все винтами побольше. Закрывай, так сказать, собирать воедино воздухоочистители, и нам надо самые большие винты, чтобы соединить их друг с другом, то есть две половинки. Так, это уже похоже что-то на правду, и нам осталось вот эти патрубки как раз закрепить. Делали подсборку, и теперь установим это все на наш двигатель B2. Первым делом нам надо установить это все на место и закрутить двумя винтами. Так, трубки я, видимо, перепутал местами, сейчас тогда это все, ну, быстренько поменяю. Трубы я перекрутил, не обратил внимания, что если смотреть сверху, у нас, так сказать, спиленная труба под 45 градусов, ну или больше, а эти трубки направлены вниз. Начнем
крепить все детали. Первым делом ставим боковые воздухоочистители и закрутим винтами, чтобы они держались хоть на чем-то, так сказать. И мы закончили сборку. Это у нас был 54 номер. Вот как это все выглядит. Перейдем к 55 номеру. Приступим к сборке. Нам понадобится две детали. Это опора коробка передач из 40 номера. Значит, там был комплект деталей. Одни были опоры двигателя или тоже опора коробки, которую мы установили на низ корпуса. А эти уже будем, видимо, устанавливать на двигатель. Нам надо закрепить две детали. Получается, уголок у нас наружу. Это у нас идет половина картера коробки передач, и мы переходим к воссоединению, так сказать, соединению это все воедино. Значит, это все дело нам надо просто установить вот так и закрутить одним винтом. Сборку мы закончили 55 номера и переходим к 56. Это у нас бортовые фрикционы, они, видимо, будут устанавливаться по одному винту с краев, значит, видимо, вот сюда, на борта трансмиссии. Но вначале их надо соединить, то есть собрать воедино. Начнем с левого. Собрали фрикцион, теперь нам надо вставить вот этот элемент. Это идет у нас неподвижная часть механизма выключения бортового фрикциона. Дальше сам фрикцион. И закрутить одним винтом. Аналогично с другой стороной. Нужно надеть сразу заглушку вот эту. Точнее, неподвижную часть механизма. Дальше соберем фрикцион. И уже оденем этот фрикцион на этот вал. И на этом сборку мы закончили. Подведем итог. Мы установили фрикционы,
часть трансмиссии, которая идет. Дальше патрубки выхлопной системы, патрубки системы воздухоочистителей. То есть все вот мы закрепили, установили. И вот как это все смотрится теперь. Будем прощаться, спасибо, что посмотрели данное видео, не забудьте поставить свой царский лайк под этим видео и подписаться на канал. С вами был Андрей, всем пока-пока.